Открытая трибуна. Одесского полицейского уволили за взятку. Как вы считаете, это единичный случай или со временем полиция превратится в коррумпированную структуру? Для того, чтобы исправить ту же сейчас так называемую полицию, нужно уволить всю верхушку милиции, которую все равно потом выведут за кадры, а потом обратно введут в кадры, назначат на должности, и опять все то же самое будет. Рыба гниет с головы, а не с хвоста. Мне кажется, да, потому что многие люди берут взятки и в открытую это не скрывают. То есть наша полиция склонна к этому, и будет это впереди еще. Безоговорочно, да, потому что это в структуре человека. Коррупция и взятка непобедимы. Вы же знаете, как психолог. Поэтому меньше, может быть, станет организованнее с их стороны, но непобедимы. Это уже человеческий фактор, и это зависит именно от сотрудников новой полиции. Насколько я знаю, что руководство новой полиции как бы старается, чтобы этого не повторялось, и чтобы полиция не повторяла прежних ошибок правоохранительных органов, которые были ранее. Я думаю, что теперь просто есть над чем задуматься. Не должны давать деньги, взятки, подарки какие-то. Ну, я думаю, букет цветов, коробка конфет не является, бутылка шампанского таким... такой взяткой. Разговор идет о деньгах, которые будут покрывать какие-то преступления или что. Я все-таки надеюсь, что мы дорастем до того уровня, что не будет взятничества, будет просто доброе отношение. Открытая трибуна.